Стремление адыгов к миру и процветанию наиболее ярко выражено в творчестве художника-дизайнера Юрия Сташа. Я по специальности конструктор-моделер. Я учился этой профессии в Москве. Это платье я посвятил Организации Объединенных Наций. Вот здесь вы видите. И оно раскрывается как земной шар. Эмблема Организации Объединенных Наций. С помощью этих костюмов я хочу рассказать о своем народе и где-то о Северном Кавказе. Костюм может рассказать очень многое. Костюм создает образ. Если, допустим, юноша оденет черкеску, то костюм его заставляет вести себя определенным образом. Он должен подчиняться костюму, и, соответственно, у него вырабатывается поведение в обществе. Также и женское национальное платье. Женское национальное платье очень интересное. Все линии работают на удлинение фигуры. Создается определенная красота. В этом платье динамично нельзя танцевать. Платье диктует, как себя вести, создает определенный образ, образ кавказской девушки. Тоже костюм черкеска, но здесь я хотел показать взаимовлияние культур. По-видимому, эта шапка пришла как бы с чужой культуры, и народы Кавказа к своей черкеске митрообразную шапку одели. Я сейчас не могу утверждать, откуда она пришла. Но что интересно, вот я хотел бы несколько слов сказать о плети. Плеть – это важная деталь. Один русский писатель, ученый, сказал, что черкесы не оскорбляют лошадь ударом плети, поэтому плеть заканчивается таким лепестком. Вот это пирамида, где из таких квадратиков тамги народов Северных Кавказов. То есть я постарался из литературы взять. Тут и черкесские, адыгские, шапсухские, чеченские, ингушские тамги. Потом, ну, все, что я мог собрать, здесь по 2-3 тамга. То есть как бы объединяющий Кавказ, красота Кавказа, символы Кавказа. Это панно называется «Музыка галактики». Я над ним работал 3,5 месяца. Сегодня жители планеты как бы находятся на маленьком таком шарике, можно сказать, Ноев ковчег, и судьба планеты зависит от всех людей, населяющих эту планету. Мы каждый должны работать на добро, на созидание. Любая война заканчивается миром. И вот «Музыка галактики», я хочу сказать, какой мы образ жизни, как мы себя ведем, это все уходит в галактику, и такой музыкой добра или неприятности возвращается из космоса.